Ну вот, пожалуйста, иди сюда. Александр. Алексей. Алексей, да. О, что это такое там? Ну, плод уже. Плод. Вот это дерево второго года, уже плод. Так потенциал есть? Ему не надо. Вот, пожалуйста. Вот плод. Вот смотри сюда. Там два плода, да? Да. Вон они. Вот плод. Это вот песчанин, да? Как? Это песчанский, да. Двухлетний. Получается, мы его будем брать уже вот таким. Его нам подрезать нужно будет? Значит, мы его вам будем давать сразу вот таким вот срезом на метр. А после посадки в апреле месяце вы его срежете еще вот так на 40 сантиметров. А, вот и срежете это с большим пеньком вот так, чтобы от почки был большой пенек. И надо будет срезать хорошим садовым варом, или у нас вот есть гудрон-дипин. Это продукт переработки смолы сосны. Экологическая вещь, очень липкая, очень хорошо выполняет свои функции. Так, есть? Вон, пожалуйста, вон там орешки, вон, с той стороны. Да, видно. По технологии их надо удалять, чтобы, видите, если он имеет... Кучки плодов были в конце, просто не ставили. Мы последний пролет, я специально сказал, чтобы оставили, не удаляли. Показывали. Потому что показать людям потенциал. Угу. Вон, пожалуйста, Олег, смотри, снимай там. Вон, на том ряду, видишь? Вон, орех. Вон. Ну, сейчас мы один орех приговорим. Я, конечно, специально хочу оставить, чтобы народу можно было что-то показать, но, пожалуйста. Знаете, мне кажется, вы фанат этого дела. Вы, кажется, угадали. Вон, видите, орех? Да. Ну, где видно, чтобы второй год с орехами? Это не научная фантастика. В Крыму так будет? Будет. Так, скроем орех, да? Надо это, давайте это. На свет, да? Угу. Так, мы скрываем песчанский на втором поле, дерево второго года. Ну, орех почти что нормальный. Саженцы, которые пойдут сейчас, это очень на реализацию. Да. И, возможно, попадут и к вам. Ну, тут уже как. Так он готовый, да? Готовый. Именно в таком состоянии положено убирать. А, вот как. Его не убирать, когда он упадет. Вот сейчас его убрать и быстро высушить. Вот какая толщина скорлупы. Вон, видите? Да, да. Практически. Полмиллиметра. Даже может меньше. Держите. Полмиллиметра. Да. На, посмотри, полмиллиметра скорлупа. Вот, пожалуйста, вот как это. Пожалуйста, посмотри. Дай зум. Здесь даже где-то может 0,3 миллиметра, да? Угу. Ну, очень тонкая, да. Так вот и выход ядра здесь бывает до 69%. Если их вовремя убрать, не оставлять, пока они выпадут, то ядро вот будет таким белым. Так и оно и останется, да? Да. Угу. Вот, пожалуйста. И песчанский практически целым выходит вот... Бабочка, сколько там, 90%? Да, или четвертинка. И дробленки очень мало. Если мы берем другие сорта, вот, например, не будем называть какие, да, то получается, что очень много. Ну, пожалуйста, пока свои вырастут. Еще не пробовал я в этом году орех не ел.